мы все здесь собрались благодаря проекту, который объединил нас. Это «Маяк российских достижений». Уверена, что «Маяк российских достижений» станет ярким завершением года науки и технологий в России. Друзья, коллеги, эксперты, рад принять участие в международном проекте «Маяк российских достижений», организованным фондом «Дух Хамаклая». Народ в азиатском регионе по-прежнему очень мало знает о России. От лица Русского дома в Сингапуре позвольте поприветствовать всех участников сегодняшней конференции. Николай Николаевич, огромное спасибо вам за поддержку, за то, что благодаря вашей работе мы уже второй год подряд имеем возможность собрать действительно друзей. И хотелось бы пожелать плодотворных дискуссий и дальнейших успехов проекту «Маяк российских достижений».